Ты играешь? На Норфиме, где Да, Нарва. я зашел. А там у тебя полный отряд, нет? Понял, да? Я у Эйрона. Сейчас перейду. Хотя вроде ваша команда посильнее, да? Вроде бы. Не знаю, непонятно. По технике, да. Я пока не слил 30-ку. Просто снизу, если они даже будут подбегать, там, по-моему, можно снять. А наш страйкер там. Здорово. 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 Пенное окно. Там может со стороны нашей техники вот этот домик, там часто сидят ребят. Со стороны поля движения, вот там целый склад бегает. Футбольного поля? Право, лево. Справа, право, право. Они к фобе, да, получается, подходят? Они в сторону фоба очень много бежат. С тыла, да, получается, заходят? Патрон. Рептилоид с тыла заходят на фобу. Ну, а у них же фоба в доме, на верхних этажах, я так понял. Блять, они заходят с нашей стороны к фобе, я тебя правильно понял? Нет, не с нашей, а с дальней стороны, ну типа не с нашей. Через футбольное поле. Блять, как иероглифами какими-то непонятно. Через футбольное поле бьет противник на нашу фобу. Они заходят с стороны синего. Что там это? Я не знаю, что там. Короче, смотри, там стоит наш хам. И справа по карте есть дом. Ближний к нам. Вот оттуда они. Они идут на фобу или к нам они? Не, вон там. Да на фобу. Да уже все, спасибо, не надо нахуй. Пока, блять, выясняли, уже выкопали. Так вот не надо. Когда враг подойдет, у меня уже патроны кончатся. Я в текстурах застрял, не могу выбраться. Ну, я мог стрелять через текстуры. Пиши респаун. Не, я постреляю немного. Вот у нас опять ралик сняли, я говорю, надо было высоко его поставить. Не, тут дело не в высоте, чувак, дело... Если на высоте поставить, тебе спускаться. Ты пока там будешь... О боже, в доме, в доме, в доме. Да, в доме. Меня на одиночном стоял, он убил. Прямо на мне вяжется. У меня будет в моде полная сплайка стоит. Тут у них хаб на мне. И фоба. Ты один, наверное, не выкопаешь. Я крою хаб. Сегодня первый день под текстуру провалился. Вчера 8 раз в текстурах застрял. Охуеть вообще. Неудачник просто. Вообще пиздец. Давай счетчик откроем. Так, что получается, первый отряд будет оборонить? Мне кажется, мы быстро потеряем, браво. Почему? Сомневаюсь. Попробуйте, может, подъехать ко мне, фобу снимем. Попроще будет и обороняться, и атаковать. Да, я тоже. Сейчас кольцо... Не держит? Ага, вон где противник, все понятно. Кольцо-то держит. А, все.
Сейчас в БТР прыгаем. Ой, БТР, в хаммер. На мейне встаем. Блять, хаммер везли. Блять, ну что за люди? Ладно, грузовичок тогда, хули. Только доехать. Ну тут сейчас попробуем фобу. Мы поедем секретно. Че вы там на мэйне, скоро? Я бегу, я уже тут. Ну все, мы поехали. Че, ролик вот. Давайте, парни, этот человек 10 уже положил. На втором этаже. Как туда подняться-то? С восточной стороны обойдите. Слева от вас, по левую руку. Нет, что я? Чё, на технике катаетесь? Нет, я в вашем да. Хабе лежу. Хорош. Попытка не пытка, как говорится. Значит, я тебя не грохнул на грузовик, по-моему, это совсем грустно. Блядь, все, убили меня на хабе. Да, у нас в отряде чувак, который разговаривает голосом коржа, и он зачем разговаривает. А вот так вот. Между чёрной да. Второй ник, хотя а там второй аккаунт коржа. Ну да, но мы бы заехали более-менее беспалевно, так мы его неслись прямо на БТР и прямо через место, где они все прут. Можно попробовать проехать между Чарли и Дельты. Ну, ты об этом говори. Потом пешочком дойти. Давай, возродимся на мэйне, попробуем провернуть теперь чуть-чуть дальше, да, да, до железки дай. И между Чарли и Дельтой проедем. Просто там тоже палево, там, блядь, ну сейчас увидите сами. Нас как раз с этого района их хуярили, когда мы первый раз только в этом... ехали. Плюс там еще неудобная дорога, и я на скорость ориентировался. Давай, Митя, спецназ. Не, не спецназ, штурмовая группа. У нас такой узкоспециализированный отряд. Да. Хотя там, кстати, впереди, где мы собираемся проехать, техника стоит наша брошенная. Мне кажется, не просто так. А мы врезали.
Вы на втором? Чуваки, пока далеко не отъехали, надо будет скинуть кит командира, потому что мне сейчас позвонили, и я могу отойти. Я предупреждал, что могу отойти. Сакс, тебе скинул, поменяй. Кто хочет порулить? Может, еще страйкер возьмем? Если хотите, блин, берите, парни, чувак, берите. Если позволяет. Заехать хотели. Сейчас заедем. И на грузовике, и страйкер в поддержку вообще заебал. Только кто его повезет? Я могу повезти. Давай сюда страйкер на человека. Стрелок. Водитель. А мы поедем на этой ерунде. Страйкер пойти-то? А, в грузовик, понял. Ты хочешь выжить или умереть? Ну что, в разных командах? Я хоть как выжил. Да. Дайте на по страйкер. Да у вас команда посильнее, поэтому я не стал переходить. Просто дрочу на 30-ке все, что вижу. Он нам не дает выехать. Какой-то мраб был дерзкий, меня спину пытался расстрелять, но не решился добить. Я его обманул. Манцевал, да. А я за камень заехал, он пытался объехать. С другой стороны, я съебался на починку этот момент. Пойдемте ролик поставим в домике. Этом. Да, начальник, ролик был бы кстати. Сейчас тебя кикнут. Кого, коржа? Да. Нифига себе. Соло? Здравствуйте, мне тут брат дал поиграть с вами. Можно я посижу у вас? Конечно. Спасибо. Бот проведешь, где у них стоит? Да, пойдемте. Горза, как там сидится? Мне подъехать к вам или типа того, или оставить вообще его? Не, оставлять не нужно. Подъехать к нам. Будь готов подъехать, если начнется стрельба. Добро. Но близко не подъезжай, чтобы тебя в упор не расстреляли. Джон Кеннеди вышел. Давайте кто-нибудь вниз пойдет. Я начну копать. Копните чуть-чуть хапчик сверху. Огонь не хватит. Открывай, да?
А вот да, это уже открывается. Противник не зуба убили. Метки ко мне. Постой, постой, постой. А где рация? А вот что-то я не слышу ее. Так. Ты что, чадей? Бог тебе судья. Побегайте поищите рацию здесь. Вы опять не махали, что ли? Что он здесь, а не в домах, в Чарли. Да, мы его сняли. Где у вас фобы? Мы что-то бегаем еще. А я не скажу за вам. Рация, думаешь? Хотя, слушай, может она там напротив, у которой мы смотрели. Может быть и там. Идем глянем. Это ты едешь к нам? Наверно. Соплю уничтожить или что это? Уничтожить? У меня гранатомет. Ну, уничтожь. Подожди, не-не-не, зачем? Пускай. Пускай. Она сколько... полная. Она полная. Оу. Молодцы. Поздравляю, я думаю, это благодаря нашему отряду. Это ты там 13 настрелял? В смысле? Мы же проиграли. Зато самый результативный. Не, я имею в виду бота. Ты держишь дорогу в обороне. Ой, базверюга, one life event. Хапу, какой фобу не наш. 4-5 страйкеров. У меня просто этот квадратный экран, я не вижу у нас, кто настрелил. Он обрезается по бокам. Бот. Да. И все. Ну, я, да, 13 стрелял. Ну, это я в хабе просто лежал. Слитки снимал. Сейчас перейду. Да, давайте за бомжей. Да, отлично. Просто никого не было. Я знаю, что Айрон мне всегда тачку откроет. Я зашел покататься. Вот, да, ты какой-то прям фетишист. За бомжей, да. По хардкору. Да, да, да. Создал. Что делаем? Здравствуйте, господ. Здорово. Здравствуйте. Как ваши дела? Че, креветка? Как тридцаточка была? Да пошел ты в жопу, блин! Затрахал мне этот тридцаточка. Но нормально, я ему потом в жопу зашел, как его на кругу-то, блин. Вы даже не поняли, откуда лупит. В смысле не понял, я видел, я спрятался, а потом ты начал отъезжать, а я пошел на ремонтку спокойно. Я же выиграл. Я хотел остаться, да, я хотел остаться, у нас просто патроны уже заканчивались. Только пошли треть на сняли хп. Только треть. Треть сняли, да? Блин, но все равно треть. Могли бы добить. Был бы этот как. Могли. А, РПГшник был бы со мной, но у нас всего двое человек, поэтому там. Скорпион, вы Скорпион, где есть микрофон? Иметь. Скорпион, микрофон есть? Скорпион! Что? Микрофон имеешь? Лайку занял. Да. Громче говори, не слышно. Сука, блядь, попытка номер два, нахуй. Здорово, нахуй. Здорово. Здорово. Откажи, бабе. Эй, бы что ты молчал тогда, блядь? Когда я молчал? Бля, я заходил нахуй еще, бля, мне здесь был, бля. А, ничего ты не говорил, не слышал. Ну, я матерился. Медика, возьмите второго. Спасибо. Корж, тебе оптика нужна? А, Корж. Чего? Тебе оптика нужна, нет? Я с собой-то улететь не успеваю, блин. Че, хочешь ГП? Не-не-не, я борда хочу. Давай, Ай, побеги сразу к бардаку, а мы в техничку побежим. А это, какой-нибудь план-то имеется или так? Есть. Созреет по ходу дела? Не, имеется. Появляется корж, креветка, Айба. Так точно, капитан. И коржа тебе ребенок играет? Да, вот брат ушел, мне сказал, может чуть-чуть поиграть. Куда
глаза ушел. Алла, я в бар. Нет. Ребят, мы тогда захватим третий отряд точки. Атамана нарис. Никто не против. Господи, сказали. Просто возьмем ты же я слушал лучше. Крат, бардак. Куда садимся? А, ладно, я СПГ. СПГ. Погнали. СПГ сел. Я малыша жду. Извините, что родился в жопе. Мы на Никель Бридж поедем. Нихуя. Поедешь с нами? Ну пока нет. Хотя могу, конечно, но гору посмотреть. Ну сейчас я явно буду крашусь. У вас только проб, да? Нет. Нет. Давай. Ждите ралика. Просто 3 новых человека что ли набрал? Не знаю. Надо лист обновлять, он никто не обновляет. Блин. Недавно же обновляли. А, нихуя. Тёма, ты в гараж взял машину там, да? Классик. Ещё раз. Говорю, в гора кто на машинке застрял? Никто не застрял, всё нормально. Нет. Позиция всё нормально. А, ты СПГ-ху сгоняешь. Ралик поставил, заходим в точку. Что, на СПГ их не оставаться? Ну, если кто хочет, да, возьмите СПГ. Потому что сейчас приедут по-любому хаммера. Да, я уже по дороге едет, с востока. Едет, да? На точке пока никого нет. Быстрее забегаем, занимаем позиции. Встречаем, они с востока пойдут. С востока. Ну там дорога. Логично. Перед складным. Через дорогу. Поставил метку, там целый склад. ГП отрабатывает. Да, меня убили. Работаю по пехоте СПГ, к сожалению. Кого-то завалили даже. Да, вроде убили. Надо, чтобы два человека сходили на стрелку в компаунд. Там, скорее всего, у них ралик стоит. Надо снять ралик, пока они не резнутся. Это прям когда идешь на точку. Мишустик, братишка, подходи. Ладно, я побежал. Не успел? Я взял лазу. Кто-нибудь может взять снайпер? Корж лежи. Автомат. Корж лежи, подняй. Спасибо тебе. Дай бог тебе здоровья. Лол. На рисхилсе не хочет сбор поспускаются. Так, вижу кроу у них. Нарисовал. Где метка, ставь, пожалуйста. Разворачивается, сейчас поедет к нам. К складному. Да, едет. Куда СПГ лучше поставить? На стрелке. Меня убил. Он на стрелке, да? Сейчас ближе подойдет в коречьему. Скажи первому, чтобы быстрее заходили в рейдс-хиллз. Хули они там сидят на хабе, как аутисты. Да. Северо-восточнее заходите, сейчас плохо слышу, что? Бардак эльца, я к вам. Ну мы пока в пехоте здесь побегаем, потом бардак. Я пойду и поставлю. Он очень далеко. Только наперед. Он уехал, короче, на восток по дороге. Он в сторону мейна уехал. Ладно, ждем пехоту, сейчас скорее всего пойдут с севера. Они Абзель фарм забрали.
Смотрим направление со стороны глаза. Я поставил метку на карте, смотрите. Скорпион, ты тут? Медик, подними. Скорпион. Сейчас ползу. Он не на мейн поехал. Рядом со мной ездит. А, это наш СПГ. Это я, блядь, местечко занять положу. Минус ставь с востока, не надо ее ставить рядом. Едет. Кто едет? Куда? Откуда? Я не могу понять. Хаммер едет, катается. Хаммер. Да, по дороге возвращается. Блять, блять. Еще Хаммер едет. У кого меня сейчас хватит выше. Один человек вышел. Развернулся. Бардачок наш. Где Хаммер? Там же? Да. Вижу складного, идет с севера. Всю дорогу с севера постреливаю. Сука ебаная. Я Хаммер. Да, так, бардак его разнес. Бардак, уходи. А, его Хаммер бардак разнес, я понял. Все наоборот произошло. Корж, на точку оттянись. Ну один в один меня. Понял, иду. Они в зоне захвата уже есть. Блять, сказал мину поставь на востоке, нахуй на юге это мина, пиздец. Так, снайпер снял. Бля, Хаммер не вижу из-за кустов, сука, так бы вынес. Я попробую к нему подползти и взорвать его. Они точку забирают, сорный бомбой. У меня пехота, куда смотрю, пехота. Ралик, скорее всего, расстреливают. Надо даже уходить отсюда. Не видно креветка с машины. Куда ты смотришь? Блядь, парни, что там на рез хилсе? Убили на СПГ меня. Ну как же не видно? Это все очень видно. Рез, Ралик? Когда ты сидишь пока на машине, ждите. Не видно, куда ты смотришь. А, все, понял, извиняюсь. К север от машины. В упоре, 1.20 м. Появляйтесь. На ралике появитесь. Ралик обновил. Сорян. А второй Хаммер метка актуальна? Который с Севастополя. Ну катается. Сука, блин, ну что за бред-то нахуй? О, ралик простреливают уже. Да, с севера простреливают. Снайпер. Ну, где он? Медик живой наш, нет? Что там на резхилсе? Медик нет, один нет. Помощь нужна? Ну, вот, значит, на нем где-то. Где-то нам не был, да. Бота, у вас у самих-то что? Только вы нормально. Вас отбросили или все нормально? Он нас меня отбросили, сейчас никель бреш. Они заберут сейчас никель бреш. Понятно, мы остаемся. Давай. Минус 3. Ралик внизу. Куда я смотрю, где-то 30 метров в восток. На СПГ. Минус 5, минус. Пойдем со мной, Мишустик, пойдем со мной. Давайте выберемся. Там у них ралик, они резко с КД прям. Скорпион живой? Раненый, но живой. Перематываюсь. Давай на шифте пробеги, сожги им там в упор, подойди. Нет, меня где-то обстреливают, она сейчас стану меня зарабатывать. Понял. На СПГ убил одно. Угу, я занимаюсь СПГ опять. Подожди, Собр, восточнее отойди. О. Честно говоря, то есть левее чуть-чуть. Обойди. Это уже издалека, блядь, вальнули. Уже с точки. Все, парни, на ралике не появляйтесь.
Сейчас будет новый, будем работать по рисхилсу. Первый складной. Что там на рисхилсе? И Бадун родился. Первый помощь нужна. Тут... Бля, 50 метров. Бадун, ты стреляешь? Да. Попробуйте их обойти. Надо на 70. А где у них тыл? Да я уже разведу. Я сейчас видишь метку. Просто да, СКС редкое оружие. Ну, я понял. Зеленые метки я не вижу, только красные. Окей, сейчас. Примерно вот отсюда. Она на перекрестке стоит. Хаймер. Ближе к перекрестку. Пойдем, 80 секунд еще. Он проходится, поднимается в гору. В сторону компаунда заезжать. Поднимается на гору. Короче, самый первый пригорок справа, с востока от флага, то он. Все, Бадун, хороший ролик, пожалуйста. Все, ждем. Убил снайпера этого. Там еще отряд бродит. Не отряд, там остатки. Хаммер остался? Да. Хулу-хулу, скикни, пожалуйста. Он АФК, да? Фуга до ролика. Да нет, он меня просто не слушает. Сэр. До ролика 30 секунд. Окей. Передо мной. Хаммер прям передо мной. Тебе место в скваде дать? Давай. Ну прям на 100 на северо-востоке от меня. В 5 метрах. Юго-востоке. Да-да-да. Прям на метре, да. Камер. С увеличением. Благодарю. Ралик оставил, появляйтесь. Ну, Кири, здорово. Вот это бардак, пожалуйста. Готово. Кир, тебе дать чопик? У меня есть. Окей. Скорее всего, на глазу у них стоит фоб, потому что вижу supply. Все. Да, смотри. Пусто. Я как-то понял, что это суплай. Интуитивно. Не знаю на самом деле, как отличить. Блин. А, ну вижу где. Вижу, где хаб у них. Прям на точке стоит. В северном компаунде. Подойдем максимально близко, только потом будем стрелять. Набираем стамину, готовимся. Нас фобу снимают северные. Погоди, Корж, сейчас лестницу поставлю, пока не сняли фобу. Давай. Походу один копает. Давайте все через эту лестницу. Быстрее, лестница скоро исчезнет. Я на хабе. Копайте. Копайте. Сейчас север к вам будет подходить.
Двое копайте, остальные смотрите. Сняли. Все, все. Фобу копайте, хаб не надо больше копать. Фобу с коржом копать. Мишустик, Собор, смотрите лучше, больше копать не надо. Смотрите вход. Западный. Север, лучше не забывай. Восточный. И северо-восточный, да. У вас двое, распределитесь. Оба минус. Отлично. Сейчас они пойдут с запада к нам, с северо-запада. Восточный запад, можете смотреть, я смотрю восток полностью, ваши двери. Смотрите на другое направление. На газе спускается цепей. Так что мне смотреть-то? Много. Смотри запад, займи позицию. Заходят. Заходят с запада. Даю. Давай гранату, пойдет нормально. Пошла. Сняли вражескую фобу на рисхилсе. Точку забираем. Опа, помощь нужна. Опа, снайпер, снайпер с 345, по-моему, лупит. У кого оптика есть? Гора над нашей фобы старой, по-моему. Да, N015 под забором. Поставил метку. Да, точно. Блядь, ты что? Почему я вперед? Тихо, не тихо, тихо, убить? Тихо. Потому что лезть надо. Если что, к нам уже противник подходит. Стоп, на газе. Ниже, у нас только ралик. Поэтому, скорее всего, долго не продержится. Мы... Спасибо. Понял. У нас первый складной просрал суплай. Бо, держи вход тогда, я попытаюсь сейчас его выманить. Я вижу. Короче, ну, что делать? Убил его. Вот, посмотри, там лежит. Ходим, ходим. Иду, да. Да, труп лежит. Ты что, ты сам ушли? Аптечка, достань, правую кнопку лечишь. Понял, понял. Вот он слева был или справа? Справа. Справа, справа, справа. Принял. Перевязывается, я попал чуть-чуть. А как к нему по этому подобраться? Ну только гранату не выходите. Мы уже менялись с ним. Может быть. Бадун, их там много? Какой-то труп лежит перед тобой. Один был враг. Дым дали. Нет, значит еще жив. Один снайпер. Север, блядь. Походу не на мет. Не на мет. Плюнет. Понял. Мне гиба подцели, меня медики смогут поднять. А, я попробую сейчас, секунду. Ты за забором. Это я знаю, да. Трупы. Поднимаю. На мне противник, не самосвал забрали. Сплайку набрали входа. На мне противник, самосвал забрали. Понял, принял. Самосвал. Лол. С востока сейчас видик будет заходить, скудного ранил. Смотрим восток теперь. Я через колючку туда-сюда хожу и даже не повреждаюсь. Почему так? Своя. Это не своя. Своя. Доп. Да, своя, союзная. А мне суплайка полная. А нет, хаммер на мне. На севере точно. На севере? Я дом. Кирилл, ну что там, поднять тебя можно ли? Или не знаешь? Ну, это стреляет с востока. Где-то с востока. Может, ралика лучшего? Ладно, давай попробуем. Прямо на мне хаммер. Я вижу, как погибну. Сейчас я. Один из вас на ралике остался. Понял, не появляйся пока. Красава. Враг водитель передо мной. Стрелял. Север, север. А, бот справа от тебя будет. Понял. С востока бот. Хорошо. Вынесли. Кто там на техке? Сука. Скорпион, подожди складного, не убегай, пожалуйста. Да-да. Ролика. Сейчас появлюсь. Мишусик, ты один, держись там. Денег нету, держи. Скорпион, отойди к ралику.
Скорпион, кралику, отойди, пожалуйста. Там, где ты появился, туда отойди. Или попытаться с складного смотри, доползти. Ух ты, ух ты! Не, не доползал. Что там у вас, как обстановка? Ну так, отбиваемся. Попробуй сейчас быстренько с пару ребят отойти на них и бридж. Кролик, поднись на юго-восток. Кролик. Мишусик, все, никуда не лезь, кролик, прям, держи вход и все. Кто заходит, убивай. Дашь. Ой, я с потогом убил. Вот здесь, где я нахожусь, здесь двоих убил. На метке прям пулемет. Пойдем со мной. Блин, искать сила. А хотя нет, нет, нет. Двигайтесь на точку, креветка, пойдем со мной. К вам идут. На мне, прям на мне. Живой один остался, на, с востока. С востока, Ридс Хиллс. Он там всего, ну походу у них там ралли. Мишустик, мы точку не теряем? Там на газе спускаются с юга, скажи. На газе с юга. Мишустик, точку теряем или нет? На газе с юга заходят. Нет, синие. Синие. С горы спускаются. Ну я тут сижу около двери, блин, но... А больше никого нет, да? Да не, синяки там с юга подходят нормально. Там помогут тебе, там 5 человек рядом. Бадун, пока не появляйся. Сейчас новый ралик поставлю. Блин, надо было еще одного позвать. Просто бот там, Мишустик может тупить, это братец мой. Да я знаю, обучаю, мне сказали. Первый раз играет в эти шутки. А, сказали. Еще в компании есть. Да, я в курсе. Он точно, там точно. Поход. У них там рак, походу. А сколько ему лет? Если и было, то все, сожгли мы его. Бля, сейчас скажу, сколько ему. Ему, но он на 10 лет старше. Значит, ему 40 лет. Не дошел просто. Нифига себе. Или 47, подожди, какого, 70-го года? Все, поднимай. Или 70-го. Забыл какого-то, короче. Парни, ну чё, к вам подтягиваться? Нет, то я тут уже сижу. Не, пока да. Сиди там. Смотри на восток, возможно, подойдут. Блять, да. Ну мы заняли восток, медик нужен. Компаунд. 40. Осторожней. Так, ну всё. 30 секунд до нового. Медика. До нового ралика. Так его убили вообще как бы на точке? Да. Че до нового ралика? 20 секунд. А че они у меня тут сейчас кто-то копает на дух? Че тут роют такое? Неизвестно. Могилу. Может свои снимут, может враги пытаются зайти. Тебя хоронят. Может тебя закапывают, чтобы воняло. У нас большие проблемы. А, меня закапывают. Они забирают точку уже? Живьем. Нет, но нам просто не резнется сейчас толком. Мы только на раликах. Все, парни, на ралике появляемся, быстро заходим. Все, все, все там, да. Зачистили. Все на ралик, все на ралик. Где ралик? Мы начинаем ралик билить Никель Бридж. Попробуйте давай, зайти на Гази компаунд. Надо, чтобы вы так, заблокировали им захват. На никель, забираем точку, тянем. Надо закрепляться на ней. Фоба на нем. Перезарядку и к вам. Фоба на креветке. Нет, чуть-чуть другом, блядь, где она, что не пойму. А, вот. Копаем, парни. Копаем. Где ты говоришь, да? Блядь. Ебать. К нам едет. О, Хаммер приехал. Хаммер вижу, да. Интересно, зовется на моей мини? Он по другой дороге едет. Бот, скажи, что первый на Ридс Хиллс закрепился. Готов. Да. Хорош. Взорвался на моей мини. Отлично, отлично. Мишусик, помоги копнуть. Ой, второй склад у вас там как дела? Забираем точку, наполовину забрали. Угу. Если мы успеем забелить... Мы на газе. Все начало рыть, да. Да, мы на газе. Ну да, надо бывает точку трудно найти, как, ну, чтобы он копал. Если мы успеем забелить, то ваши точки будут неактивны. Трое. Нас точки выбили, к сожалению. Они внутри. Я понял. Минус.
Но сейчас игра идет на то, кто успеет быстрее забелить. Если мы забеливаем, то мы выиграли. Ну вы раньше сошли. Дальше куда? За мной не бегали, не знаю. Вот соседний домик, зайди, у нас 5, там сиди. Просто сидим, ждем, пока захватим точку. Мы еще газикомпаунд теряем. А вот это плохо. Сейчас. Ну, забелите все. Ну, они тоже примерно в это же время начали белить. Тут время на секунды, кто быстрее. Блять. Они быстрее, наверное. Сюк. Сейчас я подойду к ним, помогу. Ну, мы риц теряем, как бы, и все. Риц тоже? Вот идиоты. Да. Чуть-чуть не хватило. Ладно, пойдемте, поможем на газе. Хаммер едет. Хаммер едет. А я новый мин поставил. Готов. Хорош. Отлично. Вообще отлично. На мини нарвался? Да. Два их взорвал на мини. Хорош. Двигаемся на газе, будем помогать. Корж, сходите на глаз, проверьте. Мне кажется, там у них фобы где-то. Понял. Ну где-то плюс-минус там 50 метров. Окей. Давайте Собор, Мишустик и Бадун, останетесь на Никель Бридже. Принял. Если фобу найдете, могу ее взорвать. Хорошо. Парни, что там с Рисхиллс? На мечеть выходит из точки, короче, С4-2-6. Сейчас чекну. На мечети полно их. Скорее всего там фоба. Давайте к вам дойду, поставлю просто бомбу на эту фобу. А то вы не выкопите там. Да, уходите с Никель Бриджа, ребят. Они забрали газы. Уходить? Да, уходите. Не успели чуть-чуть. Че там мы все теряем? На дище, блядь, посадил. Да как всегда, бардак. В игре один перелом и все. Можно все прыгать. Ну это потому что первый исходный суплай потерял. И мы теперь без фоба играем. Враг. Ну да, с мечети бегают. Внутри мечети трое было. Сейчас, значит, одного вроде убили. Блять, ну на мне там целый отряд, блин. Кири, подожди, ролик оставим. Это будет рядом. Сейчас вытащу бардак, я такой. Спайку бы нашу взорвать. На базу замрать. И вот так пас, что даже издалека не уничтожишь. Сдали нервы. Слышу фобу. Короче, прошла информация, то, что есть на C4-2-2 фоба. А вот там, я уже сходная на фобе. Блять, петушары, ебаные. Бадун, если будешь заходить, он справа лежит за металлическими укрытиями. Не, гранатки. Давай. Но ты можешь его не покоцать. Он за металлическим укрытием. Справа. Чё, Корж, там, говоришь, полно было их?
Ну, я на отряд нарвался. Трейк убил. Давайте по фобе работаем. Фоба в мечети, на первом этаже. Ха-ха. Он выбежал на меня, ранил меня. Блять, и не обойдешь. Хорош. Бля, всех тут убил. Где эта фига? Где эта фига? Я слышу на втором этаже, что может быть в башне. Может быть в башне. Да, да, да. Так, блин. На прямо на креветка. Чего на креветка? Креветка вот рядом со мной валяет. Ну, на нем враг от меня убили оттуда. Оттуда? Не в мечети. Да, да, был. Не в мечети, оба. Тёма, сейчас попробую тебя поднять. Да, давай. Без проблем. Фоба не в мечети. Понял. Но её слышно или нет? Вот слышно, где я нарожусь сейчас. Тут же подвалов нету. Всё. Да ёбаный шашлык. Все, газ зачистил. Я слегка на фобе стою. Мы только сержанта сдали, попробуем сейчас риц обратно отбодать, но там минимум одно деление. Я сам. Так выкопать. Попробуйте взорвать суплай, чтобы он появился на базе. А за суплаем наш... Сделаем. С мейном. Вижу суплай. Нет, ребят, не взрывайте. Не надо, разворачивайте, мы сейчас мотолыги разобьем. Или что, точно спасете? Забираем. Давай, взрывай. Смотрите, там злодеи много. Под огнем? А машина подъехала, че? Скажи своему, что пусть к нам прыгает. Вражеская. Куда? Куда? Копайте, она еще осталась. Докопайте. Там осталось 20%. На мне. Вот у меня скорпион подходил. Я его не видел. Скорпион. Скорпион подходил. Убили? Да, еще не стою. Меня живой. Меня убили, я тебя поднимал. Скорпион, вот. Вот. Не, я знаю, знаю. Мишустик видел, и я не знаю. Ладно. Быстрее выкапывай. Справа от коржа да, машина какая-то подъехала. А чё такое? Мишустик, сможешь складного поднять? Чтобы мы ралик поставили. Складной на западе. Сейчас. А, собор, ну, оптика на мне сидит. Левый или правый? Правый. Правый, правый. Это ралёк. А, посмотри на это, БРДС. Нас убили. Тут пехи бегают подо мной. Алло, нас убили. Да, меня обстреливают. Первый, вам на риц поставить? Снова там хаб. Командир, ставим ралли. Да я... Да, нам нужно здесь будет. Ой, блядь, командир, я гибапнулся случайно. Креветка, давайте на главный. Да. Сорян. Веник, тогда поднимай давай. Тебя простреливают. Ребят, на бардаке сидит оптика. Я не могу выйти, ничего ему пока сделать. Здесь. Собор, сможешь помочь? На бардаке на нашем. С запада от тебя. Здесь, здесь. Да, смогу. Сейчас, Бадун, появись тоже на главной базе. Хорошо. Да, по... Не прибегу. Бардак, да? Да, на бардаке. А где где-то ползает. Где он стоит? Я на мы, я на мы. Все, убили, убили, убили. Бардака убили. А, нет, это не смогу. Я же еще не... Все, докопал я фу. Хорош. Нихуя ее занесло, блядь. Поднимай медик. Поднимать? Конечно, поднимаешь, загорай. Замечайте, наши есть живые, нет? Да, есть. Первый к вам суплай едет, заряженный. Останавливай, останавливай, нас выпили оттуда. Мы сейчас даже фобу не бросим. Что у вас там? Что вы тут ритуал? Да, мы злодеев много вышли у нас.
Парни, давайте я сейчас оба поставлю. Нужен сплай будет. Сплай пока на тогда на газе гоняйте, там взрывайтесь. Не на газе. Сфера подходит. Поставлю между газе. Сейчас скажу примерно квадрат. И а, добрый, где корж бегает от него? Западнее. Сплайка через риц не пройдет, разворачивать ее через мейн. Сейчас где бардак едет, вот пусть через чекпоинт и на восток уходит. Иначе она. Да, спасибо. Она не пройдет через риц. Ралик поставил. О, блин, на корже там один крысил в кустах, не увидел. Парни, подойдите, поставим фобу. Бегу. Работаем по Red Hills теперь. Поставил фобу. C5, 5, 8. И чё? Нет, я имею в виду то, что это. Он там стоит? Ну я тут стою, да. Я тогда к тебе иду. Помогу ему. Да, уже не надо. Тут лежит чувак. Да, мне хочется это. Немного покататься. Ну, покататься не надо. Тут один. Он заходит у нас с востока. По чуть-чуть. Восток, соседний компаунд, не знаю, по-моему, убил. Точка пустая, Red Hills. Сержант, к востоку от Red Hills на... через дорогу, да, на подъемах. Хаб актуальный метод, прям точно. Не нашли там, хотя мы его снесли, но в общем, знаете что? Откуда тебя вальнули? Справа от Red Hills к востоку. На Red Hills пусто, мы точку забираем. Тут только Хаммер, метку ставлю. Бля, и меня вальнули. А тебя откуда? А я тоже нихера не понял её. Вроде сзади. Они целым отрядом спускаются с северной горы, с северо-восток. Северо-восток метров 100, блядь, от точки. Там у них хаб стоит, метка актуальна. Нога без нет, нет, северная гора. С востока. Я на ремонт. Давай. Блин, Бадун, может этот возьмешь зап? Сейчас зайдут, блядь, сука, с запада. А у нас там вообще никого. Хитрин ботинка. Не едь. Вот не садись, блять, никуда. Выйди со стрелка и вообще из машины, пожалуйста. Тебе говорю, не надо тут ничего делать. Окей. Складной, тебя кто вальнул-то? Ну вот они как раз с северо-востока идут, мне ГП закинули. Ага, ща попробую поднять. Они уже около стены, короче. Хуйню начинают делать. Я так себе. Да, чан разгрузил наш сапой. Все, пострелял, наверное. Нигеры, а? Нигеры подходят. Минус один на стойке. В окнах. Меня убили. Меня тоже вальнули. Сейчас стримончик свет. Сейчас поставлю хаб. Этого стрелка из камеры выбил. И медика тоже. С востока точки, с северо-востока точки. Так, я ралик пожег. Пойдем со мной, Мишустик, поставим хаб. Хаммер пустой стоит.
Где хаммер сидит? На северо-востоке это все. Минус 4 у хаммера. Лучше. Все, он пустой, можете взрывать, нахуй, это говно. Два ралика на спауне. Два на спауне на ралике, блядь. Надо, все, надо копать. Американцы уходят на копать лопатой левой кнопкой мышки. Ралик обновил. А вот прям здесь я поставил. С востока минус один. Я принял, бегу, копаю. Ах, тебе иском копать. Левая кнопка только. Я копаю, да. И что должно получиться-то? Хаб поставить. Мы сможем. Принесло в склад. Да, вообще хуй знает. Короче, всеобщее благо делаешь для всей команды. Скорпион, что у тебя там такое? Блядь, ты хоть инфу-то давай, ёб твою мать. На хаммере противник, северо-восток. На скорпионе, блядь. На мне, зашел сзади. Двое, вижу. Что такое сзади, блядь? На сто. Да. Только там не хаммер, но врага. Сука, блядь! Съебал нахуй. ГПшит хаммер. Сейчас я его взорву. Я. Сука, блядь! Парни, вы когда это хватит, скажите. А он сам остановится. А он сам остановится у тебя. А, все, да, не да. Не сможешь да, больше копать. На Коржмане много. Идут с дороги. Высокой точки. Там много идут, прямо отряд идет. Двоих положил вроде. Так, появляемся на хабе, идем на стрелку, будем заходить на вражеский хаб. Да. Короче, хулу. За складным парнем бежим, за складным на стрелку. Ну, вроде, кстати, не первый день играет, его не первый раз вижу. Хулу. Еще он до сих пор такой даун? Да. Одного убил корж с востока. Уже в поле проходил. Ага. Хорош. Корж, пока не появляйся. У хаммер-то можешь взорвать. Как бы. Слева. Так, на мне есть. На Коржмане еще проходит. Скорпион, подойди, пожалуйста. Слышал. Бля, 50 метров враг. В упор убили. Тут типы, блядь, на мэне эту собаку посадили в камни. Хуй знает вообще как. Просто стоит, короче, засаженная. Надо, парни, надо уйти, кому складному передать. Кири передай. Давайте. Так.